Хорошо. Потому что я ебал нахуй, я не хочу все слушать. Ну, то есть ты, короче, просто... Я все слил нахуй на тебя. Если сегодня будут сленги, я буду у тебя что-нибудь спрашивать по-тихому. Да, хорошо. И я. Ну, короче, да, ты можешь спрашивать у меня, а... Да там ничего такого не будет. И как в прошлый раз, блин. Отрицаем вообще как явление музыки. У нас самый главный амбассадор нашего плейлиста — это Борис Моисеев. Но мы не пьем. Вот, да, да. Голубая луна. Шамиль, блядь, и так плохо. Да было, начинаю, не могу. Набил, все, да. Прям, блядь, пошло! Отрицаем вообще как явление музыки. У нас самый главный амбассадор нашего плейлиста — это Борис Моисеев. Но мы не пьем. Вот, да, да. Голубая луна. Шамиль, блядь, и так плохо. Да было, начинаю, не могу. Набил, все, да. Прям, блядь, пошло! Что ты делал? Да что ты вообще хуйню? Рублей не ругаться матом. Кто тебе это сказал? С нами девушка едет. Мы предупредили. Нет, все, отмена, отмена. Типа на один ход вообще делать. И отсюда сделаем просто вот дырки, начиная. Поняли? Есть, если Даня успеет приехать к этому моменту? 9 минут. Что-то у него было вот этот, как его, строчка. Куда ты даешь, даешь, даешь. Понял сразу уже тебя, я тебе говорю, но это надо делать позже гораздо. Да, будет мне. Наебнешь, нахуй ты туда залезаешь. Нет, короче, он будет стоять вот на вот этой хуйне. На постаменте. Я думаю, будет вообще читать в сторону туда. Но мы типа обманем условно зрителя. И возьмем. И как раз вот на этой точке мы типа сделаем срез по двери. То есть не беря вот того мужика. Хуйню с ракетом. Чего? Глубина в кадре. Что такое закрыто? Слафан, все, все, видишь, это как бы все начинает. О, тащи ее сюда. Сейчас мы в ту окошку слезем. Тебе она нужна? Нет, он ее, да, он ее. Вот так вот. Вот так вот. Да вот если мне в прошлый раз было неудобно, потому что вот так вот я его поставил. И что? И он мне прикрывал. Я его хочу сейчас. Да, есть. Потом берется горелочка. А, я думал, ты вот имеешь в виду типа под этим. Нет, факел, короче, уходишь, он 20 минут горит. Он в этот момент опять его маслом пропитываешь, опять поджигаешь, и он, короче, так много раз может делать. Я говорю, действительно, или нет. Сюда нет, поэтому... приезжал вчера огромный... Обзор на новые? Мы вот в чатике здание обсуждали. Слушай, я за... Верность. Где эта верность? Ох, кстати. Может еще назад? Погоди, сейчас я дай попробую. Шам, у нас маленькая проблема. Там нет же, да, моего телефона? Она включит сейчас. А, вот эту штуку меняю. Очень круто. Да, вот прям сильно, прям вот, да, вот так, 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 в
А когда такие моменты, ты просто вот ты не могу понять. Ну как вот, ноги не надо. Ну вот, ноги у меня прямо стоят. Да господи, блядь! Он там занят что-то. Хуёй не занят. Данёчек, смотри! Туда, туда, дай, смотри. Вышла на улицу погреться. Он был в тени. Когда он был всего, это было еще хорошо. Еще раз сделаем, я понял, что, в чем я долбаю. Почему вы хотите в полк не сидеть? За... Мой шарук Мич, да, Мичко. Нам клип прям въебать надо будет. Например, готовьте. Я объясню. Я знаешь, что хочу под шестерёнку сейчас, потом я помню, я забыл. Давай! Хорош, ещё! Не забудь съебаться потом! Прямо после взрыва успокаиваешься! Хагрид, иди сюда. Да, я в курсе, как сама. Я обосрался. Дай, блядь, иди сюда. По поводу битка, короче, их бара нового. Вот, и, короче, они сказали, типа... Мы все супер, они не держатся нихуя с той стороны. Все будет держаться. Мы за бесплатно держим, дадим бар на 150 человек. Если вступ, то будут сложно сыпать, и пойти тебе вместо трона. Уходишь назад. Назад должен. Назад, бля. Не. Опа, стой. А как пройти? Давайте, стоп. Ты можешь, блядь? Это я в нем буквально несколько дней назад, на всякий случай уточнял. И короче, сейчас... Сделать... затемнить кадр еще. Затемнить? Да. Блядь, сейчас все сделаю. Мне кажется, вышли. Я бы вообще въебал максимально высоко. Но... Мои глаза после того, как ты теряешься, увидишь ренессанс, я вижу... Стоп! Ренессанс, я вижу этих сутосквозь, там снизу, ваших селебых, я с лепапками застрял.
Косогоров включи. Да, да, заебись, по изображению все хорошо. Нужно масло. Типа так. Она должна быть А002. Должна быть. Похоже на завод. Я не понимаю, что происходит. Во. Да. И все равно. Бери уже тоже. Чтобы было не только красное, и синее тоже будет. Он ничего не делал. Меньше движений. А не просто стоял, типа, что он боится. На меня. А что он съел, блядь? Не, живом так как-то, типа. Ой, блядь, у меня рука, типа. Татара, попробуй, возьми, пообщи, может, если он его над собой покрутит. Давай, давай, давай. Да, все, раз, два. Ты идешь с правой стороны, да? Давай. Да. Только не пританцовывай, иди спокойно. Да. Я буду сейчас, да? Так что я считаю, что ты не считаешь. Там просто дырка, я забыл ее взять. Так, колоночка там, да? Сейчас заберу.
Так. Надеюсь, он еще долго будет гореть. Судя по всему, да, кстати. Потому что нам надо будет... 20 минут, да. Ребята, у нас полумяшка, мы сейчас дают еще. Ну просто как? Иначе следующее, типа, ну, 20-26. Что, мы с тобой наверх? Да? А до 10, до сколько минут? Я понял, до 10, нам надо быстрее снимать. Надо быстренько перелить. Все, давайте. Надо, чтобы нас светило. Так, ага. Возьми в ручку. Ну, бля, делай, не мешай. Так, держи крепко. Я крепко держу, я прям на ноге привязываю. Ты натянь, натянь. Ну, почти. Так, вы готовы? Нет. А можно я скажу, вот как чувствую, как я умею, без пиздежа, давай. Без всего? Можно, Дань, без обид, без всякой хуйни? Ты, блядь, херишься. Здравствуйте. Спасибо вам отдельно, что вы сегодня согласились, приехали, пофотографировали, поснимали, помогли с кадрами, вообще были просто частью команды и действительно делали крутую работу. Также спасибо... Давай. Вам посильнее. Зашел. Не забудь съебаться потом. Прямо вот после взрыва успокаиваешься.